Всем привет, друзья! Прошло 2 года, как стоял газ на Опеле, Мока. Но Опеля решил продать. С газом машина покупает не очень, поэтому снял газ. Вот он лежит сейчас здесь. Ну, приобрел себе другой автомобиль. Renault Duster. И этот же газ собираюсь ставить сюда. Долго ломал голову, куда разместить редуктор. Это тот самый редуктор, который вы видели, что я ставил на Рено, ой, на Опеля. Здесь вот у Опеля бачок стоял, и под ним, по-моему, ну да, под ним, по-моему, стоял этот редуктор. Значит, многие ставят на Дастере редуктор вот здесь под воздушным фильтром или под вот этим расширительным бачком. Но есть проблема, у меня он с автоматом полноприводный, там под бачком нет места, а здесь очень неудобно под воздушным патрубком. Значит, и вот я решил его поставить таким вот образом. Здесь штатная дырка, это крепление старое от него же, я его просто выгнул. Вот так он упирается в бачок. Сейчас он шатается, его еще не прикрутил. Ну, как бы прикручу, проблем не будет никаких. Вопрос о том, закрывается ли. То есть доступ к нему будет, обслужить его без всяких проблем. Ворота закрывается. Капот. И еще где-то вот такое расстояние остается за счет того, что видите, капот здесь вогнутый. Вот такое расстояние, как раз чтобы вышел шланг на форсунке. Здесь пойдет шланг на газ, соответственно. Ну и так далее. И в таком же все духе постараюсь отснять все.